Я уделяю очень мало времени своему ребенку. Вы знаете наши отношения. Несмотря на это, не повлияло это на нашу близость, да, откровенность, там, любовь, наше взаимопонимание. Мы с сыном друзья, и я ему доверяю, и он тоже советуется со мной. Как удалось, да, сохранить? То есть однозначно, если бы у меня было чувство вины, другой бы человек, да, ребенок, это неважно кто, просто тот человек, перед которым вы чувствуете вот это чувство, да, прошу прощения за тавтологию, но это так. Эта ситуация усугубляется. Во-первых, с вашей стороны, что вина, она угнетает. Мы про это позже чуть-чуть поговорим. Почему нужно обязательно избавляться от этого чувства? Что оно дает? И зачастую, иногда даже в жизни что-то не получается, и это из-за вот этого чувства вины. И вот эта причина и следствие, вы не можете это понять, а оказывается все просто. Чувство вины не дает вам в полной мере вообще жить. Хотя, казалось бы, вы ее где-то затыкали там, да, и... Да нет, в принципе, я уже поборола там страх какой-то, да, или там еще что-то. А на самом деле нет, все это цепляется одно за другое. Так вот, мало внимания уделяла сыну, да, пишет подписчица, когда встретила свою любовь. А если бы вы мало уделяли время своей любви, которую вы встретили из-за сына, вы бы жалели, да, и винили себя в этом тогда случае. То есть чувство вины возникает из-за, то есть два вида, да, я так называю. Опять же, делюсь своими такими ощущениями, своей практикой, да, своим опытом с вами. Привет-привет, жду встречи, встреча скоро будет. И возникает вот такой момент. Либо ты сам накручиваешь себя, и это чувство вины, да, вот в себе разгоняешь. Либо кто-то говорит, слушай, вот ты виноват, и в тебя вот это чувство вины закладывает. Мы разберем сегодня эти моменты. Так вот здесь мало внимания уделяла сыну, когда встретила свою любовь. Вы сами в себе эту вину развиваете. То есть человек всегда, во-первых, склонен как бы перебрасывать вину на другого человека, да, здесь немножко о другом, и никогда не нужно говорить об этом своему, так скажем, обидчику. То есть даже если вы чувствуете, что мало времени уделяете ребенку, не нужно говорить ему об этом. Таким образом, он, возможно, даже бы и не замечал этого, потому что это ваши надумки, да, но из-за этого у него будет, во-первых, развиваться такой комплекс, что да, действительно, да, скажи человеку, что тебе мало времени уделяют, он будет думать про это. Скажи человеку, что ты поправился, и он будет думать. Ну так мы устроены, да? Все время хватаем что-то от тех, кто, ну, от своих собеседников, да, от тех попутчиков, я так называю. Поэтому ни в коем случае, во-первых, не озвучивать это людям, другим, да, сын это там или муж, я не знаю. Допустим, скажи человеку, допустим, пьяница, да, возьмем, тоже такая мерзкая привычка, от которой не могут избавиться люди, кто-то винит себя, да, что сам не может избавиться, а кто-то винит себя, что не может помочь другому человеку, такое чувство вины тоже очень распространенное, да, вопрос уберу, и он тоже попадался. Так вот здесь хочу сказать, что если вы найдете виноватого в том, что другой человек пьет, тот пить никогда не перестанет, потому что найден крайний. Понимаете, тоже вот такая вот история. Вот посыпались вопросы. Виню себя в том, что мои родители могли бы почти развиваться, если бы не мои хлопоты. Ну, во-первых, не решайте за родителей. Если они решают вам помочь, то это их решение, и за это можно родителей только благодарить. И принимать их помощь с благодарностью. Добрый вечер. Добрый вечер и вам. Это пишет Хабаровск. В Хабаровске сейчас уже, да, 10 вечера. Спасибо вам большое. Отвечаю на ваши вопросы. Давайте к следующему вопросу перейдем. Так, жалею о прошлом. Хотелось бы вообще не думать об этом, виню за это. Ну вот это, кстати, у нас есть в игре «Привет, любовь», когда про любовь не просто, да, там, к партнеру, а в первую очередь любовь к себе. Через это тоже очень, ну, такой, знаете, ну, как сказать, ну, как есть, да, то есть любовь к себе, вот чем больше она у тебя
чем больше ты ее чувствуешь, тем меньше всяких дурных мыслей, опять же, это чувство вины в тебя, из тебя исходит, да, тем меньше ты про это думаешь. Поэтому прошлое зачастую мешает нам, да, и всегда я говорю про то, что нужно держать фокус на том, что ты хочешь. Вот у девушки был вопрос, сейчас не найду его, да, там, вот она сказала мне, точнее спросила: Лиля, вот было вот большое количество денег, да, у меня там определенное количество денег, и я вот жалею, и чувство вины у меня в том, что я не откладывала эти деньги, а все там куда-то слила. Ну, куда-то тоже нужно разобраться, либо это было дело какое-то, она попробовала, да, либо еще что-то, но тем не менее вина именно в том, что она не скопила. И вот эти деньги, они как бы ушли, и их сейчас нет, да? Ну, в принципе, логически, если порассуждать, можно, да, себя там поругать и чувство вины в себе там разогреть и так далее. Но всегда нужно концентрироваться на том, что будет дальше. То есть не переживать за те деньги, которые ушли, а надо думать о тех о деньгах, которые придут, понимаете? И чувство вины сразу оно куда-то исчезает, сразу оно куда-то испаряется, потому что фокус мы всегда держим на будущем. То есть вопрос, если к детям мало времени уделяют детям. Здесь скажу однозначно, я не помню, кто-то даже пример такой приводил, вот дочка трехлетняя просит меня с ней там поиграть, а мне вот некогда, да? И вот не помню, кто уже приводил это такой пример, но суть как раз в нем, да, что сколько дочка попросит поиграть вообще, ну, 2-3 раза в неделю такой порыв есть там, допустим, да, вот поиграй со мной во что-то. Вот сколько она, я не знаю, раз попросит это сделать в своей жизни? Ну, не так много, поэтому все-таки здесь нужно находить время, да, и действительно эта вина возникает, и здесь нужно только побороть ее таким вот действием. То есть действительно уделять внимание и родителям, конечно, и детям. А еще такой момент, знаете, когда вот ситуация с родителями тоже, ну, это самое такое, я уже сказала, да, в самом начале, что с родителями нужно разговаривать, ну, во-первых, да, вообще со всеми людьми, но у родителей бывает такая история. У них накладывается свой опыт, да, свои какие-то, возможно, душевные травмы, потому что у них тоже, да, были свои родители или есть свои родители, возможно, им уделяли мало времени, и они, так скажем, компенсируют все на своих детях. Вообще чувство вины очень любят привязать нам. Ты уделяешь немало времени, ты вообще мне не звонишь, не пишешь и так далее. Человек сразу раз, и комплекс начал развиваться. Действительно, это навязанное чувство вины. То есть тут обязательно нужно договариваться. Во-первых, извиниться. Что значит искупить, да, свою вину? Ты извинился, таким образом ты пошел на диалог, и ситуацию проще разобрать, чем придумывать себе что-то или оправдываться. Ни в коем случае не нужно оправдываться, да. Вот причина следствия, знаете, еще какой момент бывает, вот вспомнила. Один раз вот бывало такое, поспал днем, а на следующий день опять хочется поспать днем, да, и такая привычка развивается. Или, допустим, я не курю, когда не пью, а не пью я, да, когда не гуляю. И таким образом вот это все вот развивается, да, привычка у нас такая появляется в жизни, да, и потом ты уже, я не знаю, ведешь такой образ жизни. Это как вот с едой, да, съел один раз пончик, и тебе уже постоянно, ты думаешь о нем, и тебе хочется. Ну, съел один раз, ничего страшного, можно второй, да. То есть точно так же, как я курю, когда выпью, когда гуляю, и все, и такой образ у тебя пошло-поехало, да, а это как вот веточки на деревьях, они растут, а потом появляются плоды. И вот когда уже плоды появились, и когда человек уже спился, я не знаю, у него там цирроз печени, жена ушла, работу потерял, когда уже все усугубилось, тут возникает, да, опять же вот это чувство вины. Но здесь чувство вины, если бы оно возникло раньше у человека, возможно бы она его как бы спасла. Поэтому вину... Это такой тоже, вина, да, это как индикатор. Тоже можно делать выводы, да, то есть
чувствовать, ситуацией владеть. То есть чувство вины, разобраться нужно. Ты сам себе это надумал, кто-то тебе ее навязал. Что вообще происходит? Да, может быть, это знак какой-то тебе. То есть вот таким образом, понимаете, да? Как раз съела пончик, пишет, вкусненько. Да. Что не по теме, когда ждать сериал. В июле он выйдет, расскажу вам про сериал. Буду выходить вот так в прямой эфир, отвечать на текущие вопросы. Сегодня вот про вину говорим. Действительно, очень сложная тема, потому что вина забирает ваш ресурс. Она забирает ежедневно ваш ресурс, потому что вы думаете, что вы вроде как отпустили, да, эту ситуацию, но все равно на подсознании она капает, да, на вас. Виню, что не смогла сохранить брак. Ну как? Я думаю, что в процессе, в браке, вы делали все для того, чтобы его сохранить. Но брак – это такое, не к сожалению, да, а это факт. Это, он зависит от двоих все-таки людей, не только от вас. Поэтому здесь винить себя, просто неправильно. То есть вы, принимая, да, какую-то, я не знаю, ситуацию, да, какое-то решение к этой ситуации, вы должны понимать, что вы сделали, все для того, чтобы сохранить брак, я не знаю, жить лучше, да, там, поменять работу. Девушка тоже писала вопрос о том, что я вот бросила преподавательство, сейчас себя виню в этом, да, я жалею, что я бросила. То есть, когда вы бросали, опять же, у меня вопрос, да, к этому человеку. Вы, наверное, пробовали себя в какой-то другой деятельности, и тут как раз вопрос возникает о том, что лучше попробовать, да, и пожалеть, чем не попробовать, да, и винить себя в этом. Гораздо легче, потому что ты не знаешь, что было бы. И еще есть такой момент, когда ты пробуешь что-то делать, у тебя, не получилось. Не получилось, потому что, ты другой человек, я не знаю, у тебя другой склад ума, или ты думал, что вот ты переоценил какие-то свои возможности, да, но, во-первых, это бесследно никогда не пройдет, это для тебя опыт, и однозначно бесследно не пройдет, потому что в процессе этой деятельности ты с кем-то познакомился, возможно, для того, чтобы тот познакомил тебя с кем-то другим, да, так устроена жизнь, так вот у нас все это запутано, но все к лучшему, все складывается самым наилучшим образом для нас. Это действительно так, и если даже на первый взгляд нам кажется, что это все пропало, да, все плохо, и что тут может быть хорошего, это только на первый взгляд. У меня была такая ситуация, и мне очень приятно, даже не я отследила эту ситуацию, а человек, да, с которым мы работали. Мы приехали, у нас оставалось две последних сцены. Мне должны были привезти шляпку для серии, да, в сериале, а шляпки не было, и я так переживала, что тут съемочная группа, мы сейчас должны снимать этот момент, а шляпки нет, а это Москва, сейчас будут вести ее час, это переработка, да, это тоже там заплатить деньги за звук, это прям по цепочке тянется, просто не привезли шляпу, и все, и сейчас все пойдет к чертям, да, покатится и так далее. То есть мы тогда принимаем решение снимать тогда вторую сцену. А вторая сцена на улице. Мы выходим все на улицу, я там вызваниваю эту шляпу. Выходим на улицу, снимаем, там, я не знаю сколько, 30-40 минут, да, там, пока микрофоны повесили, свет настроили, там, звук вывели. То есть мы только договариваем последнюю фразу, и просто ливень стеной. То есть весь день собирался дождь, нам дала погода снять вообще, да, полностью эпизоды, которые мы запланировали на этот день. Но вот этот был как бы последним, да, и только мы заканчиваем, и тут просто ливень. Вы видели в сторис, да, я вот рассказывала про это, что вот последнее слово договариваем, стоп, снято, и просто гроза, молния и дождь. И я захожу, думаю, как классно, все, тут уже шляпа подошла, и мне вот человек этот говорит: «Лиль, а ты вот посмотри, вот если бы шляпу привезли вовремя, то мы бы снимали вот эти 40 минут, вот эту сцену, и эту бы сцену на улице снять не смогли, потому что пошел ливень». То есть это было бы не монтажно по картинке, да, везде, то есть в серии «Солнце», да, то есть можно было, конечно, вы знаете, кино что-то придумать, но мы бы просто, не сняли, мы не готовы были к этому. То есть и возникли бы сложности там какие-то другие уже, да, и похуже. Поэтому, понимаете, винить себя в том, что ты там что-то не доделал, или там
пошел не той дорогой. Во-первых, не стоит, если это касается вашей деятельности, вы не знаете. И на тот момент, ну да, что было бы, если бы вы этого не сделали. Во-вторых, лучше сделать и понять себя, опыт этот приобрести. И вот, допустим, знаете, еще какой вот пример хотела привести? Сейчас посмотрю, вопрос мне кто-то задавал. Сейчас, одну секундочку. Угу. Вот, поняла. Вот чувство вины и чувство раскаяния. Девушка все время пишет о том, что вот несколько у нее вопросов, что вот я чувствую себя виноватой, вот я все-таки там не звоню родителям или что-то еще там, да, вот неважно какое, да, вот просто чувство вины. И вот смотрите, какая разница, вот какую интересную вещь я заметила. Вот чувство вины и чувство раскаяния, они очень похожи, да, ты как будто вот признаешь свою вину, да, и в то же время раскаиваешься. Но на самом деле это вообще разные вещи по состоянию, по твоей энергетике. Вот вины чувства, это плохо. Вы плохо же себя чувствуете. Вот вы вините себя, ругаете, я не звоню родителям, мне нужно уделять им больше времени. Это чувство вины. Вам хорошо или плохо в этот момент? Вам плохо, естественно. А вот раскаяние, это признание, да, ваших каких-то действий, но признание, что да, я признаюсь, надо звонить чаще, надо уделять внимание больше, нужно встречаться. И здесь, чтобы вот один из способов, да, вот, который я применяю для себя, если там в чем-то какая-то чувство вины возникает, то здесь, это знаете, как будто вот святой и грешник. Да, в вашем случае, да, вот как святой и грешник. Вот грешник, он говорит, вот, ты вот это не делаешь, да, ты плохой, ты внимания не уделяешь, вот это вот потерял, это не сделал, и такое чувство вины, да, в себе вот это вот делает, как вот грешник, да, вот на одном плече. А на другом плече там как бы святой, да, который говорит, что я буду больше делать, я буду вот, раскаяние идет. И вот один из способов, который вот, ну вот мне лично помогает, да, то есть это именно раскаяние. Не повторять из, там, я не знаю, изо дня в день о том, что не так нужно делать, да, это так же, как про желание, я вам рассказываю, не думать о том, что ты не хочешь, а думать о том, что ты хочешь как раз-таки. Приходить в магазин и не смотреть это, я не хочу, это не хочу, это я не хочу, а думать о том, что, ой, а что же я хочу, так, и ищешь именно фокус на том, что ты хочешь. Точно так же и с виной. Точно так же ты не винишь себя, да, а именно раскаиваешься и проговариваешь опять же себе, да, что я буду чаще звонить, я буду... И вот когда ты опять же это делаешь, у тебя и получается это, понимаете? Казалось бы, нет времени, да, я виню себя в этом, виню, и у тебя и времени не найдется. А когда ты повторяешь себе и раскаиваешься, да, в какой-то ситуации, у тебя и время находится. Понимаете, да, о чем я говорю? Сейчас я гляну ваши вопросы. Всех интересует сериал тоже, да, вина и сериал. Перед родителями не оправдала надежд. Ой, очень сложный вопрос. Я вам хочу сказать, вы родились не для того, чтобы оправдать надежды ваших родителей. Вы родились для того, чтобы свою жизнь устроить, чтобы оправдать надежды, которые вы сами себе даете. У родителей своя история, у вас своя история. Вы родились не для того, чтобы оправдать ожидания родителей. Понимаете? То есть здесь вообще никакого чувства вины просто быть не может. Виню себя, что не зарабатываю. А вот если вы будете делать для этого все возможное, а не сидите просто себя обвинять, тогда у вас и чувство вины уйдет. Потому что вы не сможете себя обвинить, сделав несколько поступательных движений к своей цели. Вы не сможете себя обвинить, потому что это будет неправильно. Вы наоборот скажете себе о том, что... Меня тут видно, да? Девушка вылезла.
вы наоборот себе скажете о том, что подумаете, да, там, или скажете, кто какие диалоги ведет с собой, что, ну, я сделал все для этого. А когда вы, кстати, делаете это, и приходит, ну, не бывает такое, что ты делаешь, и вообще ничего из этого нет. Либо ты четко понимаешь, что я занимаюсь не тем, потому что, ну, сколько можно, да, и приходит понимание, каким родом деятельности возможно заняться, да, другим. Если детей сильно ругаешь, и потом разъедает чувство вины. Самое главное, не говори детям об этом, иначе они будут этим активно пользоваться, как это часто бывает, да? То есть только сказал, что вот, все, они потом будут вами манипулировать. Со всеми бывает, да, держать себя в руках нужно, да, нужно быть сдержанными, да. И самое главное, это знаете, когда возникает? Когда у тебя заморочки с другими твоими делами, когда какие-то нерешенные вопросы, и ты срываешься, грубо говоря, на своих детей. Тебя даже не то, чтобы тут приходит, да, я как-то приводила пример, пришла мама с работы, там, не знаю, у нее были какие-то проблемы, девочка напевала по дому, ходила, пела, и мама просто крикнула, говорит, слушай, замолкни там, или замолчи, да, потому что у нее свои заморочки. Девочка, замолкла, она больше не пела, и вообще у нее развился комплекс, что она плохо поет. Понимаете, насколько усугубляется ситуация? Поэтому однозначно нужно, чтобы не винить себя потом, отслеживать, что вас сейчас беспокоит. Чтобы не возникало ситуации, за которые потом можно там извиняться, да, или там оправдываться, или что-то дальше. То есть не усугублять. Конечно, это сложный процесс, конечно, сложно. Как ты можешь чтобы анализировать, да, и так все очень просто, когда ты в моменте, когда ты в процессе, я не знаю, тебе сказали, что тебе зарплату снизили, а ты такой, так, спокойно, мир прекрасен. Конечно, это сложно, но возможно. Когда ты знаешь о том, что можно и нужно концентрировать себя на хорошем, когда ты знаешь о том, что мысли материальные, нужно следить, да, за своим ощущением, что происходит вокруг. Конечно, это такая привычка, нужно к этому привыкать. То если ты постоянно, регулярно это делаешь, то даже в момент, если тебе скажут, твоя зарплата ниже в два раза, либо тебя уволили, ты даже в эти моменты сможешь совладать с собой и не сорваться на ком-то, чтобы потом тебе чувство вины не мучила, понимаете? Дальше. Лиля, когда карту желаний будем делать? Можно присутствовать мужу в комнате или уединиться? Про карту желаний будет завтра эфир. Я уже для вас приготовила очень много полезного, интересного. Завтра, послезавтра, точнее, первые лунные сутки, а завтра мы будем к этому готовиться. Сейчас поближе поставлю. Чувство вины за то, что работа бесполезна для общества и не приносит блага. Но опять же, бесполезна для общества. Для кого она должна благо приносить? Какое благо? Вам нужно разобраться непосредственно со своей жизнью. Для чего вы живете? Какую жизнь вы хотите? Куда вы стремитесь? Да? Что вы хотите от этой жизни получить? То есть иногда проблема в том, что опять же, там чувство вины, да, кто-то вас вселяет, или кто-то что-то вот не подумавши вам сказал, вы вот себя вините. Зачастую это ложная тревога, понимаете? Бесполезно для общества. Какую пользу вы хотите нести? Какую пользу вы хотите нести? Солнышко вылезло, я так сейчас сделаю. Совсем не видно, не вижу вопросы. Вот, понимаете, поэтому как бы вот сначала нужно разобраться и все-таки фокус на себе оставить, вот так хорошо видно вас. Нужен мне сейчас эфир. Идет недавно эфир, я его, конечно же, обязательно сохраню. Красивые волосы, спасибо. Вопросы сейчас ваши читаю. А вот. Если возникает вина, что не так воспитываешь ребенка, опять же, как не так?
Вы где-то прочитали статью, как нужно воспитывать ребенка, или что-то, допустим, вам кто-то сказал, или вы увидели какой-то пример на улице. Откуда эта вина возникает? Вот прежде чем, вернее, вместо того, чтобы вот себя винить в этом, лучше приступите к действиям, и если вы знаете, да, как нужно воспитывать, то начинайте просто это делать, и все. Просто начинайте это делать. Мои родители меня подавляют. Вечная критика. Ну, ваши родители, они вас воспитывают. У них на это есть право, да? У каждого своя жизнь, и... Я помню, мне один психолог говорил о том, что когда я переживала ситуацию с ребенком, что вот ребенка украли, и вот, ну, то есть разлучили меня, да, там с ним муж похитил его там из детского сада, и вот я год с ним не виделась, и вообще это ненормально, что ребенок не хочет, да, со мной там общаться и так далее. И, конечно же, я тоже переживала, и психолог мне сказал, что, во-первых, связь с ребенком, она прекращается с того момента, я не знаю, как там пуповину, да, там перерезают, я не знаю, и все уже, перережьте эту пуповину, да, и отпускайте ребенка в самостоятельное плавание. У него жизнь своя, у вас своя, и если вы что-то хотите ему сказать, или у вас есть какое-то чувство вины перед ним, вы ему все это скажите. Он все это, как бы, через свое там, да, состояние пропустит, и у вас состоится это, вот это доверие, понимаете? Поэтому тут просто надо понимать, родители – это родители. Они имеют право на то, чтобы вас учить, да, чему-то, или там даже диктовать, да, там, как нужно жить, и еще и говорить, как они живут, и ты должен жить точно так же. Здесь вообще с родителями отдельная, да, история. Но все равно нужно им время уделять, и чтобы это чувство вины тебя потом не гложило, да, что вот я этого не делаю. Во-первых, откровенность, да, в разговоре, по душам. У меня тоже было такое. Один раз я поговорила с мамой, это был один разговор. До этого мы там могли, да, там, ты мне звонишь, ты мне не звонишь. Я постоянно тоже думала о том, что вот я неправильно поступаю, обещала позвонить, не перезвонила, как же я так могу. А потом просто я взяла и один раз поговорила с мамой о том, что я не всегда могу это сделать, мам, я тебя люблю вообще, ты мне можешь позвонить в любое время дня и ночи, если там что-то срочно нужно, да, я все, там, все дела отложу и тебе помогу в этот момент. Но вот просто так поговорить, вот прости меня, я не всегда могу там это сделать, но я тебя услышала, да, и я буду это делать. Я люблю тебя, мне самой хочется это делать. И я тебе не звоню не потому, что я не хочу, а звоню, не звоню точнее, потому что просто вот я встала, и день закончился. И дела, как бы, да, меня там заманили и так далее. Вот, поэтому вот таким вот образом. И вот у нас состоялся такой откровенный разговор. Не просто так, а то есть, мам, ты меня поняла, да, я поняла там, да, вот, и все, и теперь у нас даже бывает такое, я вот очень благодарна маме своей, что она меня поняла, услышала, либо я так внятно ей объяснила, да, но тем не менее у нас такая гармония возникла, я думаю, даже если она там слышит, да, сейчас меня чаще видит в эфирах, сейчас с переездом с нашим в Москву, вот, и она иногда прям смеется там, пишет, я ей перезваниваю, и она может...